очень необычно встречают Пасху в Греции. Согласно традициям, в день Пасхи прихожане двух местных церквей на острове Хес запускают в небо огненные ракеты. Ежегодно это событие привлекает множество туристов. Это своего рода традиция, которой мы стараемся придерживаться из года в год. Так Пасху отмечали наши отцы, деды и даже прадеды. Ко дню Пасхи специалисты изготавливают в среднем от 70 тысяч до 80 тысяч снарядов. Своими огненными ракетами представители двух разных приходов святого Марка и Панаги Эрифианис пытаются попасть в колокольню другой церкви. Побеждает та команда, которая точнее поразит противника. Другие греческие церкви иногда пытаются повторить подвиг жителей городка Врандотас. Но по сей день никому так и не удалось организовать столь зрелищную войну ракет. Как выглядит на следующее утро поле боя, представить несложно. После уборки начинаются приготовления к празднику следующего года.